Другим темам. Подозреваемого в покушении на главу местной федерации бокса сегодня днем взяли под арест. Напомним, речь идет о стрельбе в одном из ангарских кафе, в ходе которого спортсмен Александр Ракислов получил тяжелые ранения, а его знакомый был убит. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый пробудет под стражей как минимум до 19 августа.